Это ночной, ночной Шанхай. Это ночной Шанхай. Вот. Вот продолжаем прогулку вдоль речки, вот вдоль улицы. Вот такие лампы, они светятся от солнечных батарей, и их так много, вон в ряд. Вот мы пришли к речке, и вот такие прогулочные походы курсируют. С этой стороны такой, вон там тоже. Вот еще вон навстречу. И вот такие черные танкеры, не знаю, ночью, наверное, не видно их. Вот. Иногда такие огромные, вон они еще огромные. Черные. Вот на той стороне такие здания. Думаю, что ли? А, точно как Кремль. Как Кремль куранты бьют, как будто. Да, на той стороне вот освещение такое. О, опять здесь такие огромные. Бахат сказала, что на этих недорого 2 юаня можно с этой стороны туда, с той стороны сюда курсирует. Сзади. Еще в каждой полный народу. Не знаю, насколько красиво на камере. Но реально красиво. Подошли так близко. Да, видно, не видно, вот такие мостовые прогулочные дорожки. Здесь очередь, то ли на вход на башню, вот эти жемчужины. Здесь столько много туристов, ну туристов в основном свои же, молодежь, студенты, наверное, из других городов, наверное. Мы поднимаемся по уличному эскалатору наверх. Поднялись наверх на эту прогулочную дорожку. Сейчас я оттуда вас сначала сниму. Вот отсюда вас сниму. Вот оно. И вот вокруг. Вот это такая кольцевая прогулочная. Вот кольцевая. Сверху кольцевая прогулочная, внизу кольцевая для машин. Но это такая красота. Красота. Это классные. Тут внизу там тоже
Такая высота, такая высота. Какие небоскребы. Здесь два небоскреба, вон сзади бирюзовым такое свечение, такое изобилие небоскребов. Это вообще что-то. Это что-то. Ночью все горит, все так.